Тебя найти труднее, чем министра. Зашел сосед, говорит, ушел. Куда? Он нам не докладывает. Посмотрите за углом в пивнушке. Значит, прием по личным вопросам у тебя здесь. Прекрасно. Знакомься, Лёля, подруга дней моих суровых. Невежливый ты человек. А все потому, что неправильно ведешь образ жизни. Что ты нажрался, с утра. Мне это не нравится. Если бы ты работал на заводе, может быть, на это дело смотрели сквозь пальцы. Поскольку ты работаешь со мной. С тобой. Деньги ненароком не потерял? Я твою долю во внутренний карман положил. Нашел? Текут денежки-то. Ты свою долю ты еще не заработал. Бухой валялся. Еще отработаешь. Больше всего ненавижу, когда из себя барышню строит. Я не такая. Черт тебя знает. Может быть, студентик там до сих пор в лесочке валяется. А ты теперь свой человек. Должен понимать с полуслова. Молчишь? И молчи. Хорошо, что к тебе здесь привыкли. Удобное место. Чтобы тебя долго не искать, приемные часы у тебя будут каждый день здесь с 2 до 4. Деньги еще на расходы есть? Ничего, скоро разбогатеем. Махнем на юг. На гастроли. Запомни, у нас, как и у них, должна быть железная дисциплина. Ну, будь здоров.